Я вас приветствую, дорогие зрители. Сегодня я приехал в район Гюльдар-Панар, это центр города. Вот даже отсюда видна крепость Алани. Видите, да? Локация хорошая, так как все в шаговой доступности. Также здесь вид глазами, вот это видно так, вид на горы. Там, где I love Alanya. Видите, I love Alanya. Я тебя люблю, Alanya. И вы любите. Здесь хорошая просторная квартира. В проекте, который был сдан в 2010 году. Интернациональный проект. Также несколько, или было много семей европейских, европейцев. Так. Хорошая территория. Ухоженная. Есть бассейн, генератор, фитнес, сауна, который я вам покажу. Застекленный балкон. Гостиная. Здесь минимальная квадратура, полезная вся, 105 квадратных метров. Так, идем, типа, ковер такой хорошенький. Аж ноги радует. Бытовая техника фирма Бека. Островок. Ну как все нормально. Ремонт не требуется такой. Холодильник Altus. Посудомойка фирмы Altus. Прихожая. Вот. Вход у нас. Все как надо. У меня насчет планировки нет никаких нюансов. Зашли с правой стороны. Первый санузел. Она без душевой кабинки. В левой стороне гостиная. Прямая. Первая спальня. Как минимум 17 квадратных метров здесь. Может быть даже 20 что-то. Но глаз она большая. Смотрите, расстояние какое. Кондиционер фирмы Бека. Все как хорошо придумано. Так что, в моих понятиях, хорошая квартирка. Сторона здесь западная и северная. Стиральная машинка фирмы Altus. Санузел второй, большой. И хозяйская, родительская спальня. Смотрите, все нормально. Большие спальни две. Тоже минимум где-то 15-17 квадратных метров. И второй балкончик. Ну, там все эти магазины, все, шагов доступности, что сказать. Здесь где-то есть и школа, и лицей, и нотариус. Все в шаговой доступности. До торгового центра тоже в шаговой доступности, где-то 5 минут ходьбы. До моря 10 минут ходьбы, дорогие зрители. Километр расстояния. Отмерял по карте Google. Сейчас скажу цену. Итак, дорогие зрители, цена этой квартиры 170 тысяч евро. Познакомлю с хозяевами. Насчет торга нет никакого торга. Скидки тоже. Крайняя цена. Бассейн, фитнес, сауна. Я сейчас вам покажу. Ролик не закрываем. Айдат 400 лир на данный момент. Может быть, когда-то поменяют. Так что смотрим, ставим лайки, комментируем. Что вам понравилось в этой квартире? Мне в основном понравилась вот планировка, дорогие зрители. И локация. Локация, как бы центр города. Ну, все в шаговой доступности. Ну, понятно, километр до моря. Ну, кто-то хочет похудеть, может быть, пешком пройтись. Да. Итак, вышел из квартиры. Там две квартиры. Одна квартира. И две. Четыре. То есть пять квартир на этаже. Лифт.
этаж, четвертый, как пятый. Все детали показал, спускаемся вниз. Продают земляки, так что обращайтесь, поможем. Здесь я хожу. Есть у каждой квартиры отдельная кладовка. Тут лесенки. Лесенки. Здесь у нас вход. Вот так вход. Я пока покажу здесь кладовку. Внизу. Фитнес. Сауна. Включили. На многих местах сауна не работает. Есть сауна. Есть зона там. Кладовки где-то там. Тут. Вы ничего не видите, я тоже ничего не вижу. Фонарик нужен. Где-то свет надо. Кладовочки. Видите, по квартирам здесь. Это уже нормально. Самые качественные постройки моих понятий вот эти. Я вышел во двор. Здесь также парковочные места под зданием. Это я не понял. Вот тоже пандус есть. Открытая парковка. Фасад здания. Большой бассейн квадратный. Это прямоугольный. Что-то не понял, да. 10 метров на 8, кажется, ширина. И здесь генератор. Вот он, желтенький. Все, звоните, дорогие зрители, по номеру +90 555 064 91 10. С вами был мистер Агаси из Солнечной Алании, район Гюллер-Пинаре. Всем пока-пока. Дождик льет. Убежал.